Беленькие. Это хороший цвет серенький. Такой серо-голубоватый. У тебя похожие, по-моему, были, да? Ну да. Неудобные только. Неудобные? А, были неудобные. А фирма какая была, не помнишь? Нет. Штук 10. Шнурок развяжи, тебе все равно их месить. Как каждый может. Ты не ищешь легких путей? Легкие. Ну, а он сказал, демикс хороший. 45. Устал уже? Жак, спасу нет, оделся такой. Ну, возьми сейчас эту кофту, 46. Сними, у тебя же пакет есть. Ну, я так и сделаю. Одену кроссовки, побегу. 47. Ложечку тоже не надо? 52. На, на, вот я тебе даю. 55. Похоже, как у нас. Не маловато? А то я там вижу, у тебя палец упирается, нет? Ну, еще посмотрим, что там. Зато не болтаются. Может, 36-й надо убрать тогда? 52. Там большая упаковка пеленок. Я не думаю, что она такая незаметная. Такая сине-белая упаковка должна быть. Подгузники? Нет, именно пеленки. Есть подгузники, есть пеленки. Синие белые. 26. Давай. Вот. Язычок держи. Мы же не доложили. Ну, это тогда не надо. Челюсть выскакивает от усердия. Ты, мне кажется, он тебе малый будет. Слышь? У тебя прям палец упирается. Ну, а как он должен болтаться, что ли? Ну, по крайней мере, не доходи чуть-чуть. Я свои трогаю, вот так вот. Он у меня не упирается. 60. Смотрится маленькими-маленькими. Ногтями палец не должен упираться в кроссовок, а то порвешь. 170. Может, на размер побольше? Нет, тогда болтаться будет. Да прям. 59. Сейчас. Так, Adidas, причем производство не Китай. Не Китай. Я люблю широкомысые кроссовки. Очень легкие, вообще наилегчайшие. Так, ну что, мне тоже очень нравится. Просто очень. Действительно, здесь у меня просто широкая нога, и я люблю, когда здесь широко. Широко смотрю. Да нахрена они мне сдались, мужики эти, все мужики-то. Вот, вот кто про что, а вшивый про баню. Очень хороший.
Просто класс. Ну что, я свои тоже забрала. У меня никогда не было Adidas. Борь, что ты сказала? Это как, какая страна-производитель? 73. Борь, страна-производитель. Нидерланды, по-моему. Нидерланды. Если не дурят. Не, не дурят, не дурят. Вот такие. В общем, все, ребят, берем. Будем ходить. Так, размер 6 у меня. 75. Вот такие кроссовочки. Вернулись с Борисом из магазина, взяли кроссовки и те, и другие. А, зашли еще в Fix Price. И взяла я вот такие жалюзи на пробу. Ну, они из такого, из нетканного материала, с липким слоем вот здесь. Просто на балконе солнечная сторона, и орхидеи начинают гореть. И мне не хочется их загораживать какими-то бумагами. Взяла вот такую штучку. Не знаю, сейчас попробую прикрепить. Там у меня лестница есть. Заберусь. Вот. Ну, похоже, что прикреплять надо вот этой вот поверхностью. К раме. Вот так. Вот. Сейчас покажу. Вот так. Вот так. А мне так не надо. Мне надо к вертикальной поверхности прикрепить. Не знаю, что у меня из этого получится, но я попробую. Как говорится, рискну. Так, ну что, наверное, у меня не получится, потому что мне надо вот к этой белой полосе крепить. А жалюзи сделаны так, чтобы их крепить вот к деревяшке. А к деревяшке, я боюсь, они не прилипнут. Там должна быть идеально, знаете, блин, идеально ровная поверхность. Боюсь, у меня ничего из этого не получится. Ну что, жаль. Ну, все-таки я решила попробовать. Я прикрепила к деревяшке. Вот так у меня получилось. Вот. Ну, я взяла одну на пробу. Получится, не получится. К деревяшке прикрепила. Липкий слой, очень липкий. Очень-очень. Ну, может, не отвалится, надеюсь. Одной рукой, к сожалению, не могу показать, как они там убираются. Ну, вот вроде вытянулись и вытянулись. Ну, здесь чуть-чуть приоткрыто. Ну, я думаю, ничего страшного. Добрый день, страна. Добрый день, зарубежье. Смотрите, у нас какое небо сегодня. И ветер сильный. У нас на балконе даже остекление дрожит и трясется. А так в Москве, смотрите, сошел снег. Вон моя труба, где я набираю все время талую и дождевую воду для орхидей. Видите, снег, все. Даже на северной стороне его нет. Даже остатков снега нет. Пойду-ка прогуляюсь. Ох, ребята! Ну, правильно, это Москва. Это город. Вон уже какие зеленые веточки акации. Вот этот дом тоже готовят к сносу. Я здесь тоже иногда набирала воду. Вон труба торчит. Смотрите, песка сколько привезли. Вон тоже. В окошках никого нет. Таких у нас было 4 пятиэтажки. Две уже снесли. Одна за забором уже стоит, огорожены все деревья. И вот еще одна осталась. Это прям недалеко от моего дома. Будем видеть, как ее будут сносить. Вот тут я водичку набирала. Вот видите, труба. Иногда. Сейчас я иду в Озон, заказала себе витамины, калий. А я только сейчас увидела, смотрите. О, огородили как. Здесь будут ставить заборы. Значит, и тот дом, который в тот стороне, и этот дом напротив моего дома будут сносить одновременно. Ух ты! Ну, я представляю, что здесь будет. Пыль столбом, потом еще строительство. Да, смотрите, до самого конца оградили. Вот это да! Ну, ладно, пошли в Озон. Я заказала себе витамины, чтобы принимать с витаминами D3. Витамины калия, К2 лучше усваиваются. Ну, витамины я не получила, но получила набор силиконовых молдов. Для глаз. Мне нужны были только такие. А там, оказывается, целый набор. Смотрите, здесь даже сердечко какое-то. Ну, сколько их. Мне такие огромные не нужны. Я таких кукол делать не собираюсь. Смотрите, сколько
Вот это вот вообще, это ж не глаза. Это непонятно что. Так, вот еще. И конфетку положили в подарок. Спасибо большое. Слушайте, красота, как много. Но я уже проверила, посмотрела. Да, действительно, это я тёха-тютёха. Я не заметила, что там, оказывается, набор силиконовых молдов. Набор. Я не думала, что там набор. И все это вот в такой коробочке. Вот смотрите, видите, вот от фирмы Moldus. Творите с удовольствием. И вот в этой коробочке еще все это было. Ну, видите, как здорово. Ладно, спасибо. Заберем. Все пригодится. Не пришли мои витамины. Я вас ввела в заблуждение. У нас такой этот пыльный туман стоит. Ну вот только силиконовые формы пришли, больше ничего. Все равно пройдусь еще дальше. Потом приду, заберу свои витаминки. Ух ты, танец листвы. Красота. Зашла в Пятерку. Пеканчики. Не буду брать. А то и так задница уже не влезает в джинсы. Пойду куплю что-нибудь на ужин. Что-нибудь птичье. Птичье. Зелень. Нет, из этого ничего не хочется. Так, кому интересно цены, кто из других стран, смотрите. Мандаринчики хочется, бананчики не хочется. Бананы по 154,99. Нет, пойдем птичку искать. Вообще на голове после этого ветра фиг знает что. Огурцов море. Но у меня тоже есть. Я же хотела еще мороженое взять. Нет, готовую еду брать не буду. Я хотела взять только... А может мне курицу взять, ребят? А? А давайте курицу возьмем. Первый сорт охлажденный 169,99 рублей за килограмм. А что, выгодно, хорошо. А что не взять? А надо взять. Нет, это вот из другой оперы. Зря ее сюда положили. Опа! Мы ее туда переложим. Ну, это наша птичка. 2,5 килограмма. Немножко она подтаяла. Давайте вот эту птушечку возьмем. Насколько она у нас? Ну, почти 2 килограмма. Давайте вот эту вот возьмем. Пожарю, и будет красота. Так, куренка взяла. Мороженое, конечно, хочется. Ну, мороженое я брать не буду. Так, ну, можете смотреть, почему у нас мороженое. Вот все ценники внизу. Мороженое пусть Борис возьмет. О, пломбир с крошкой и шоколадной глазури. Домик в деревне уже пломбир делает. Нет, мороженое не буду. Так, полуфабрикаты. Читайте, смотрите цены. Есть очень дорогие, есть те, которые подешевше. Так, красное мясо брать не хочу. Набор для супа тоже не хочу. Цены вы все видите. Все, взяли куренка и пошли. Класс, да? Смотрите, какой самокат. Ух ты, вообще. Высоченный, высоченный. Мне фотку даже разрешили сделать. Я вам вставлю потом. Надо же, как быстро наступает весна. Очень быстро. Добрый день, страна. Добрый день, зарубежье. О, как быстро лифт пришел. Случайно забыла выключить комментарии. Даже не то, что забыла, а там YouTube плохо загружал.
и на Ютубе остались комментарии. Это случайно произошло. Увидела, насколько сильно вы обрадовались, что комментарии открыты. Но уже заблокировала парочку там людей, которые с нами, со мной, с вами не на одной волне. Вы мне там пишете: тёть Люб, бери рекламу. Нет, ребят, я никакую рекламу брать не буду. Не хочу. Не хочу, вообще не хочу с этим связываться. Просто буду иногда выкладывать видео, и все. Вышла на улицу, погода у нас, конечно, прекрасная. Натулька моя тоже гуляет. Мы с ней стараемся как-то днем выходить гулять, чтобы дышать воздухом, чтобы не сидеть все время дома. Сейчас я опять иду в Валберес, заказала ультрафиолетовую лампу ногтевую. Ребята, она совсем дешевая, я вам обязательно ее покажу. И она такая мобильная, ее хорошо брать с собой. Мне она нужна не для ногтей, вот, а мне она нужна для кукол. Я стараюсь в куклах как-то совершенствоваться. Я вам последнюю ляльку свою еще не показывала, но она правда хороша, необыкновенно хороша получилась. Обязательно покажу. А сейчас, пока мы идем с вами за лампой, она маленькая-маленькая. Вот, посмотрите. Это ни в коем случае не реклама. Это то, что я себе покупаю. То, что мне удобно, то, что я могу брать с собой. Поэтому сейчас увидите. Снег у нас уже весь сошел, но последние два дня температура прохладная. Сегодня даже было минус 2. Я забыла свои перцы, рассаду на балконе. Но с ними все хорошо. На балконе, конечно, минус 2 не было. Вот видите, смотрите, эти огородили даже здесь уже дом, который будут ломать. Мы будем с вами смотреть. Даже огородили часть сквера. Я надеюсь, деревья тоже будут огорожены. И вон уже грейдер работает. Ну, жалко, потому что деревья, видите, какие большие. Тополя, ну, они большие, их жалко. И больше всего кислород дают для городских жителей именно тополя. Ну, также и аллергия на тополиный пух у многих. Не знаю, вроде как выносили на решение правительства срубать вообще все тополя в Москве. Ну, ребят, тут правда-то двойная. Для тех, у кого нет аллергии, они хороши. А для тех, у кого аллергия, они просто смерть. Так что, наверное, все-таки надо ориентироваться на тех людей, у кого, конечно, проблемы со здоровьем. Я считаю так. Вообще считаю, в первую очередь, именно на них нужно обращать внимание. Вон, видите, работают машины здесь уже. Песок, не знаю, зачем песок. Ну, зачем-то нужно. Все, а сейчас Валберес за лампой. Так, вот, ребят, смотрите, как выглядит лампа. Вот с такой вот точечкой, видите? Видите, она на ладошке у меня совсем-совсем малюсенькая. И заряжается она и работает от вот такого провода USB. Так, вот здесь она открывается. Вот так. Вот здесь глазок ультрафиолетовый. Я думаю, вам все видно. Вот, и вот так вот ставите. И у кого ногти, вот так вот. Ногти подставляете под лампу. Видите, она малюсенькая, удобная. Я говорю, в подарок хорошо купить, она недорогая. И в то же время нужная вещь. Да? Смотрите, как она называется. Остановите, если что. Вот она в коробочке. Вот такая вещь. Выбирайте сами. Я вам показать показала. А вы хотите, покупайте, хотите, нет. Дело ваше. Ну все, пойдемте гулять. Я теперь, когда вижу самокатчиков доставку, все время вспоминаю тот самокат, который я вам ранее показывала. Вот эту пятиэтажку тоже у нас будут сносить. Вот она четко, смотрите. Видите, напротив вот этой Полярной 16. Скоро-скоро тут такое строительство начнется. Наверное, здесь тоже перегородят, и тут мы уже с вами не сможем, ребят, ходить. Гулять. Погода сегодня классная, сегодня ветра нет. Вчера был очень сильный ветер, просто сносило с ног. Погода не такая холодная была, но очень пронизывающий ветер. Забыла сказать, забыла. Ну как же без рекламы. Помните, я брала у Лены Тагашевской кожаную сумку? Вот я с ней хожу.
очень удобная штучка, очень удобная. Я ее приберегла именно для весны, чтобы с ней можно было ходить и гулять. Ну вот, показываю вам, что я ее не забросила, что она у меня в рабочем состоянии. Мы с вами зашли в Пятерку. Мне ничего здесь не надо. Да, в принципе, у нас с Борисом все есть. Просто он попросил купить плавленый сырок. Представляете, ребят? Я помню, что раньше что-то мы с вами делали такое с использованием плавленного сырка. А я не знаю, сейчас есть плавленые сырки-то? Они, в принципе, в природе существуют. Что-то у меня такое чувство, что мы будем с вами очень долго искать плавленый сырок. Я его спросила, какой, он мне говорит, без разницы. Так. Плавленый сырок. Нифига себе. Ребята, это, по-моему, задача невыполнимая. Ну вот вроде плавленые сыры такие, да? Виола. А, вот она, дружба, дружба. Возьму-ка я дружбу. Для супа и соуса. А я не знаю, какой взять. А давайте возьмем ему два. Так, туда лезем подальше. Вот такие два разных возьмем. Они по одинаковой цене. Ну, возьмем вот таких два разных. Я не знаю, какой ему нужен. Потому что вот этот... А, он с луком. А, с луком. Ну, вот давайте вот так вот возьмем. Ух ты, мать честная. Смотрите еще, какой есть. Красная цена. Плавленый сырок. За 13 рублей. Ну, за 14. Нет, давайте уж традиционных возьмем, вот эти два. И все. Нашли. Я думала, их нет, ребята. Нет, есть. Все, берем. Потом обязательно покажу, что он будет готовить из этого плавленого сырка. Ну, а больше нам ничего и не надо. Знаете, что меня еще поразило? Что-то меня уже потянуло на фруктовый щербет. Я не вижу, сколько он тут стоит. Но зато, ребят, чистая линия. 110 грамм мороженое. 170, ну 180 рублей считаю. Вот еще 184. Совсем охренели. Это что за цены-то за такие? Ой, ой. Сейчас, подождите. Сырок. Сырок падает. Нет, все, поймала. В общем, цены на мороженое меня, конечно, удивили. Это вообще пипец. Ну, грубо, 200 рублей. Ну, тоже, видите, 184. Ну, 185 рублей. А это всего лишь вот этот рожок, наверное, да? Обалдеть, ребята. Вот просто обалдеть. Товарищи производители, они охренели ли вы с такими ценами? Ну, честно, коровок из Кореновки тоже по 86 рублей. Это тоже очень дорого. Нифига себе, мороженое за такую цену. Все, пойдемте с вами оплачивать. Ничего брать не будем. А фруктовое мороженое нужно делать самим. Какая красота. Сейчас увидела мужчину высокого-высокого, что он мог даже до верхних полок достать. И молодец, одна женщина не растерялась, попросила его выбрать красный лук. Выглядело смешно. Снимать не стала, потому что неловко. Неудобно как-то, стыдновато. Я зашла в фикс-прайс, ребята, хотела вам кое-что показать. Сейчас я поищу, пониже нет. Нет, к сожалению, пониже нет. Сейчас я попробую достать. Вот. Это тоже не реклама. Вот крючки, смотрите, как они выглядят. Видите? Вот так. Я покупала вот такой набор для своих орхидей. Очень удобно, когда 3-4 цветоноса, вот как у меня на орхидеях, крепить орхидеи цветоноса друг к другу. Вот здесь показаны помидоры, а вот так вот они, крючочки, выглядят. Вот кому надо, ну, хотите, берите. Я себе взяла, потому что раньше были очень интересные такие же для орхидей поддержки, для цветоносов. Но сейчас я их в продаже не вижу, и у меня их нет. Поэтому я взяла себе вот такие. Стоят они 79 рублей. Ну, ладно, пойду еще посмотрю что-нибудь здесь. Ну, в общем, ребята, что я могу сказать? Вышла без шапки. Капюшон есть, но очень холодно. На улице очень холодно. Вроде такая погода хорошая, но голодун. Я, например, замерзла. У меня нос красный. У меня уже глаза просто выскакивают из орбит. Вот, я посидела немножко на солнышке.
Думаю, посижу, отдохну, знаете, как бабушки-старушки. Вот, посидела, замерзла, да еще ключи потеряла. Бегала потом, ключи искала. Нашла. Как вы думаете, где? Ну все, распустюха, растереха. Вон, видите, какой нос красный. Нашла ключи в Валберис. На стойке лежат. Ой, у нас такие хорошие приемщики в Валберис. Да, да, вы забыли ключи. Вот, идите, забирайте. Пока вам снимала про эту лампу, мулипуську, потеряла ключи. Оставила там. Лучше, значит, меняешь сумку. Ой. И все по-другому. Теперь пока к сумке привыкнешь, так оно и будет. То одно потеряешь, то второе потеряешь. Но вообще, я уже 100 лет ничего не теряла. Все, приехали домой. Господи. Пошли домой греться. Боба, мы тебе купили плавленые сырки. А зачем они тебе нужны были? Мы гадали всю дорогу. А я натру и съем. А я? А ты один купила? Два. Ну тогда и ты съешь. Я купила разные. Один для соусов и для супов, а второй просто обычный. Там был еще по красной цене, но я решила не рисковать по красной цене брать. Да у нас с тобой кишечники слабые. Замечательно. Ой. Нормально? Нормально, отлично. А ты нам рецепт потом покажешь? Бесплатно? Ладно. Ладно, все $15, которые заработаю, все тебе переведу. Если у тебя совесть. King size. Ну я полотенце купила, я люблю бумажные полотенца. Молодец. Все, будем ждать рецепт. Ребята, рецепт не стала снимать, потому что вонь стоит на всю квартиру. Ты сырок уже сюда добавил? Да. Ну, ребята, в общем, короче, шпроты, яйца, сыр. Лук есть? Есть. Лук репчатый. Но вонь стоит, я не знаю, как это вообще есть. Я не стала снимать, потому что... Не есть, я доделаю и выброшу. Да ладно тебе, ты все время так говоришь. Ну, в общем, короче, это для бутербродов, а потом бутерброды, оказывается, надо еще жарить, чтобы это все расплавилось. Мне чем-нибудь залить, понимаешь? Не, ну, Борь, ну оно, знаешь, как воняет. Простите, это воняет, как будто кто-то испукался тут весь. Вот такой запах. Вы это сможете есть? Ну, я попробую, конечно. Дуриан же тоже воняет, однако его едят. Вот, ну, не знаю. Если я тебе дам попробовать... Ну ты все это просто не съешь. Оно... Вот представляешь, как это будет вонять, если это все съесть. Женька еще есть, поможет. Женька-то она все съест. Все буквально. Ну, в общем, замешивает вот эту гадость. Ребят, ну попробуем с вами. Я вам потом скажу, на самом деле это вкусно или нет. Но воняет. Ой, бррр. Просто до рвоты. У нас, как всегда, орет телевизор. Но запах это просто ужас.